Самые активные, креативные и трудолюбивые представители молодого поколения нашего района собрались в один из предновогодних дней в праздничном зале молодежного центра «Юг». Эти ребята – участники множества краевых и местных проектов, акций, мероприятий. Самым знаковым событием года подростки уже много лет считают краевой проект «Новый фарватер», в южной зоне которого им давно нет равных. Это же сплочение новых команд, как бы, ну, так сказать. Люди, они с разных поселков приезжают, с разных районов, участков. Никто никого не знает, и это новые знакомства, новое общение. Одно из направлений фарватера – волонтерство – развивается в Шушенском очень активно. У нас была неделя добра, и мы помогали бабушкам, убирали из дома, перебирали вещи. Ну, в общем, помогали пожилым людям. Но это очень важно. Пожилым людям, у некоторых, как, нет родственников помочь, нет средств, ну, нанять кого-то, чтобы помогали. И вот мы помогаем. Каждый из собравшихся здесь внес свой вклад в то, что Шушенский район позиционирует себя как территория молодых. Сегодня ребята получают заслуженные награды, благодарственные письма и узнают о достижениях своих товарищей. Итак, профессиональное училище номер 75. Демидов Олег, Пичугин Иван, если вы здесь, я прошу вас выйти, ребят. Викулов Родион. Горевой Кристине мы хотим вручить это также. Наше спасибо. Представители одного из самых популярных у подростков движений трудовых отрядов сегодня также герои торжества. Каждый из нас видит, как благодаря их стараниям преображаются улицы Шушенского и сельских поселений. И это только видимый всем фронт работы трудотрядовцев. Помимо прочего, они работают с бумагами в архивах и учреждениях, помогают поварам в столовых. Вообще, чем привлекает многих, тем, что можно самореализоваться в этом движении. То есть и набраться опыта, и в жизни пригодится. Творческие коллективы и юные артисты, которые выступают на этом предновогоднем празднике признания, сами успешно участвуют в различных конкурсах и побеждают в номинациях того же «Нового фарватера». Ксения Соковякова, Сергей Ковалев. Программа «Южные горизонты».